в инжиниринговом центре прототипирования высокой сложности НИТУ МИСИС Кинетика. МИСИС по всем направлениям год за годом поднимается в рейтинг. В этом году вошел в первый раз в престижный рейтинг ОРВУ. На базе этого центра будет открыта единственная в России магистратура, которая будет готовить специалистов прикладного инжиниринга и промышленного дизайна. Этот центр будет выполнять еще задачи подготовки наших талантливых детей. Центр был задуман как лаборатория по созданию прототипов практически любой сложности. То есть это такая волшебная палочка. Из любого материала можно создать объект размером до вертолета. Вот этот зал, где можно собирать практически любой объект из любого материала. Мы с Toyota вместе собираемся делать здесь пропаганду технологий будущего. Гибридные технологии, электричество и так далее. Здесь был построен интерьер космического корабля. Идет работа над северной экипировкой для наших военнослужащих. За каждым этим проектом огромное количество работы и очень серьезный коллектив. Прибор будущего, который мы сейчас создаем совместно с компанией Neurotrend, это передача мысли на расстояние. Система подогрева пищи космонавтов, система крепления в космическом корабле, инструменты для околоземной орбиты, маленькие спутники CubeSat, цельно напечатанные двигатели. Один из важнейших проектов для нас – это концепция передвижения в пространстве. Это новый тип транспорта для нашей страны. Наш центр только открылся, но у нас уже есть бизнес-партнеры, с которыми мы сегодня подписываем соглашение о сотрудничестве. Имя имеет все возможности, я считаю, отличную команду. И вот синергия между нами и МИСИСом позволит такой центр точно создать совместно с крупнейшими мировыми двумя компаниями. Центр – это не отдельное юридическое лицо, это часть университета. И у нас очень много материаловедческих лабораторий, в том числе и создание материалов с новыми свойствами, которые возглавляет профессор Абрикосов. Он работает в Швеции, сейчас вот работает вместе с нами. И таких имен у нас очень много по конструкционным, керамическим, гибридным материалам. И это все ученые с мировым именем.